Лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, 15 апреля в Бустоне дал старт деятельности третьего этапа предприятия по производству пакетов общества с ограниченной ответственностью «Сухтпак». Новое предприятие общества «Сухтпак» состоит из ткацкого и швейного цехов и является третьим этапом по производству полипропиленовых пакетов. Новые ткацкие и швейные цеха «Сухтпака» обеспечивают высокооплачиваемой работой 150 рабочих и специалистов, большую часть которых составляют местные жители. Следует отметить, что в октябре 2013 года лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, дал старт деятельности нового предприятия по производству полипропиленовых пакетов, а в ноябре 2017 года – деятельности второго этапа общества с ограниченной ответственностью «Сухтпак» по производству полимерных пакетов. Данное предприятие построено с вкладом отечественных предпринимателей с привлечением 13 миллионов саманей отечественного капитала в строительство производственных помещений на площади 5000 квадратных метров с установкой технологических линий ткачества и пошива, завезенных из ряда зарубежных государств с производственной мощностью более 400 тысяч штук больших пакетов в год. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, дал высокую оценку инициативе предпринимателей и специалистов компании «Сухтпак» в создании промышленных предприятий, что способствует реализации четвертой национальной цели. Предприятие приступило к производству больших пакетов типа «Биг Бэг» на технологических линиях ткачества и шитья, начиная с переработки полипропиленового сырья и другого полимерного сырья. Здесь с установкой 200 единиц оборудования по переработке гранул, ткацких и швейных машин организовано серийное производство от переработки сырья до выпуска готовой продукции. В настоящее время пакеты, производимые на предприятии, экспортируются в Республику Казахстан и Российскую Федерацию. В странах дальнего зарубежья также есть спрос на продукцию предприятия. После полного ознакомления с предприятием и созданными условиями, глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, провел беседу с рабочими, специалистами и руководителями предприятия и дал достойную оценку предпринимателям за благоустройство еще одного уголка нашей Родины, созидательные инициативы и весомый вклад в процесс индустриализации.